Привезли нам кирпичик вот такой вот. На Инстаграме нашла компанию, которая производит, они сами их и монтируют, устанавливают. Доставка бесплатна, кстати, вот сделаем сейчас на кухне себе такой кирпичик красивый, потом дам контакты, если кому-то надо в Краснодаре. Вот, так что мы будем сейчас переделывать красиво нашу кухню. Смотрите, сюрприз какой. Видели розетку? Кстати, нам ее спалили. Возле печки она стоит. Та-дам! Она не подсоединена. Она просто для красоты. Тут была. Все по уровню расчерчиваем, рассчитываем. Вот тут всякие полосочки расчертил, чтобы потом ровненько по уровню кирпичики складывать. Мне нравится, как получается у нас кирпичик вообще. Мы тут так быстренько, так раз-раз-раз. Ну как быстренько, целый день, конечно, где-то с 10, наверное, может быть, с 11 мы выложили вот такую вот стену сами вдвоем со слайдом. Вот немножко осталось. Сейчас уже 5 часов. Не знаю, может, еще часик поработаем, быстро будем бежать домой, потому что у Владика еще тренировка сегодня в 7 часов, как обычно, 4 раза в неделю. Вот, смотрите, как классно получается. Вообще, мне так нравится. Классно. Бардак такой развели. Вообще, все тут сломали. Но мне нравится ремонт, и это мое все. Все, я балдею. Еще ламинат будем класть. Еще завтра, наверное, поедем за ним в магазин.
что мы сейчас делаем, расскажи. Какая наша была ошибка? Научи людей. Мы сейчас затираем швы. Нам мастер, который продавал кирпичи, сказал, что не надо никакой затирки, просто приклеивай и все. Но нам не понравился этот эффект. То есть мне это все равно. Славик сказал, что ему не нравится, когда вот такие щели видны. Там еще и карандаш. Вот. Здесь еще не затерто, видите, вот как бы вот эти щели все, вот, которые вот там вот. Так-то оно смотрится нормально, конечно, но у нас же перфекционист кто-то. Нет. Поэтому мы теперь затираем вот эти все. Так, этой же самой шпаклевкой намазывает кисточкой там. Ну, он же плиточник, ему же надо губкой что-нибудь помазать, вот это вот какие-нибудь щелочки позатирать. Да? Мы добиваемся эффекта кирпича, а не эффекта гипсовой плитки. Да. Так больше похоже, что как будто это настоящий кирпич. Потом это все высохнет, и он будет тоже такой же белый, потому что вот вчера мы... Это уже второй день, между прочим. Вчера мы там тоже так все немного с боков было запачкано кое-где, и сегодня полностью все выровнялось, весь цвет ровный. Но даже нам больше понравилось, когда он немного как запачканный, вот с этой стороны. Вот. Тут у нас, помните, была вот эта розетка, которая искусственная, которая не нужна здесь совсем. Мы ее убрали, заложили розетку. Так, шторки теперь надо. Я уже придумала, какого цвета у нас будут шторки. Но пока не скажу. Сюрприз будет. Так вот я и знала, что я сейчас приду, он уже закончит все почти. Можно наступать? Нет. Значит, можно. Ой, что это такие щели, да? Так должно быть? О, какой красивый ламинат. Вместо этой некрасивой плитки. Я знаю, что, конечно, многие сказали, что пусть будет плитка, но мы вот решили все-таки уж делать так делать. Такая вот у нас красивая стена, теперь кирпичненькая. И вот такой ламинатик. Ой, там попало что-то. Все, я уже убрала. Да. Сейчас тебе скажут, что тебе нужен инструмент. У него ноги инструмент. А у нас, видите, не держит кран. Пришлось сделать вот так, ведро поставить, чтобы перекрыли воду, сняли раковину. Я сижу на страже, чтобы не закапало на пол. Что там еще не набралось?
руки казенные, что ли, у тебя? Всю жизнь так делал, да? Мы уже этого ламината на всех наших квартирах за всю жизнь, что были. Ложить не переложить. Сейчас будем резать. Да. Остался кусочек вот здесь доложить. Да. Да. Сейчас я вам покажу, что я купила вчера в Бау-центре. Вот такие вот шторы. Сейчас переключу. Короче, были на скидке. Даже вот ценники она не сняла. Были на распродаже, потому что она оставалась одна. Вот она на витрине висела и одна. Поэтому они ее поставили на распродажу. Она была 1599 одна штора. А теперь она стоит 999. И так как она висела на витрине, то она вон, запачкана вот, достаточно сильно. И там еще в другом месте такое же пятно. Но я попросила там, прям там в магазине тряпочку мокрую. И вот тут вот потерла, вот здесь такое же было пятно. И оно, в принципе, очень легко оттерлось. Поэтому если я постираю, то оно все вообще без следа ототрется, я думаю. Вот. И вот такую тюль я купила, просто белая. Просто обычная белая. Вот такая же точно, как у меня здесь висит. Без всяких цветочков там. Всего остального. Вот. Не знаю, как цвет передается или нет. Но такая ярко-сиреневая. Хотела я немножко понежнее, конечно. Но, не знаю, мне кажется, это судьба. Потому что я хотела именно одну. На окне у меня будет висеть вот здесь с этой стороны вот так белая тюль. А с этой стороны в углу сиреневая штора, потому что здесь у меня стоит холодильник, и обычно эта вся штора спрятана вот так вот за холодильником, получается только кусок шторы вот здесь видно, а здесь такой белый холодильник. Поэтому я решила, что здесь все будет такое белое, а здесь будет сиреневая штора. А вот то, что я сняла с окна, поставила на Авито хотя бы за 500 рублей все, чтобы купили вместе вот две вот такие тюли. Они очень такого дешевого качества, видно, они на окне висели очень нехорошо. И вот такая тоже вот тут у них висела с коричневым, с таким низом. Очень какая-то мрачная, не знаю. Еще вот с этими какими-то китайскими цветочками. Ну, не знаю, в общем, как-то удешевляло все это. Особенно, когда мы сейчас сделали белый кирпичик. Но мне кажется, такое яркое пятно будет очень неплохо даже смотреться на моем окне. Я надеюсь. Ура, мы закончили ремонт. Печку мы решили не менять, потому что по 20 тысяч стоят такие же точно печки. Она у нас совершенно хорошая. Работает все 4 конфорки. Единственное, что надо поменять конфорки. Может быть, мы их закажем и отдельно просто поменяем, поставим. Вот такой кирпич мы здесь сделали вместо той дурацкой плиточки, которая удешевляла нам всю квартиру. Вот здесь вот мы тоже сделали кирпич. Тут я уже поставила цветочки красивые. Эту вазу я хочу потом просто покрасить в белый цвет, а пока я ее замотала фатином. Это у меня такой чайник из бывшего набора, который уже не в моде. На свадьбу мне дарили 25 лет назад. Или сколько там, 20. Розеточки новые, выключатели слайк хорошо там все замазал.
чтобы она ничего не выпрыгивала, не вылазила. Вот такой ламинат мы сделали. Это водостойкий ламинат. Я знаю, что для кухни не рекомендуется делать ламинат, но мы сделали в средней ценовой политике. Это сколько он у нас стоил, этот ламинат? 700 с чем-то, по-моему, да? 770 за квадратный метр. Вот, есть, конечно, и сильно дешевые, но есть и за 1000. У нас тут кратковременное проживание. Люди в основном не сильно-то тут готовят. Надеюсь, что не зальют. В общем, вот так вот получилось. Цветы я сегодня купила. Это искусственные, но очень хорошего качества, из дорогих. Поэтому смотрятся они очень классно. Вот тут я потом еще повешу какие-нибудь часы такие, в стиле ковки, железные какие-нибудь, чтобы гармонировало с нашей ржавой печкой. Я туда повешу такие черные ржавые часы. Loft style. Ну, в общем, вот так вот у нас получилось. Красота такая. Нравится вам? Напишите. Теперь совсем другая история, да? Ну, там еще такие цветочки я поставила красивые. Фикс прайс купила.